Европейское агентство лекарственных препаратов официально приняло к рассмотрению заявку на регистрацию для использования на территории ЕС российской вакцины «Спутник Ви». Сама заявка от фонда прямых инвестиций поступила европейскому регулятору еще 29 января. Глава фонда предупредил, что медикамент в Евросоюзе появится не ранее лета. Мы надеемся, что это рассмотрение будет в ближайшее время, без политических оттенков. И, безусловно, в масштабном объеме вакцина в Евросоюз может поступать только тогда, когда фактически завершилась уже вакцинация всех тех, кто хотел вакцинироваться в России. В самой России вакцинация началась 2 месяца назад. К середине февраля прививку получили по меньшей мере 1 миллион человек. Наибольшее количество приходится на Москву. В Сербии также полным ходом идет прививочная кампания. В Белграде решили использовать все доступные вакцины, помимо «Спутник Ви», в их числе препараты Pfizer, BioNTech, китайский «Синовак». В Иран первая партия «Спутник Ви» прибыла в прошлую субботу. Вакцинация началась в столичной больнице и в нескольких крупных городах Исламской Республики. Помощь в преодолении предвзятости в отношении медикамента, разработанного специалистами Центра имени Гамалея, оказала публикация в «Ланцете». Третья стадия испытаний подтвердила, что «Спутник Ви» – безопасный и эффективный препарат против коронавирусной инфекции.